подготовке праздника коллектив детского сада подошел неформально. Вместо долгих поздравительных речей – концерт, два флешмоба и незабываемое дефиле, костюмы для которого помогали делать родители. Сегодня у нас замечательный день. Сегодня нашему детскому саду исполняется 40 лет. И мы, конечно, рады приветствовать всех гостей, всех друзей в нашем детском саду. Сегодня утром детей встречали сказочные герои, которые вручали им подарки, делали сюрпризы. Родители тоже, конечно, не остались в долгу и сделали нам красивый подарок. Вот этот праздничный торт. Первый флешмоб подготовил персонал детского сада. Он удивил всех гостей, без исключения. Андрей Робертович! Да, срочно! Бегу, бегу! Девочки, дальше без меня! За 40 лет детский сад «Сказка» зарекомендовал себя как один из лучших в Одинцовском районе. У него самая высокая посещаемость, низкий уровень заболеваемости воспитанников, а еще креативный и очень дружный коллектив. Было заметно, что к празднику подошли с душой. Основную работу по подготовке концертной программы проделала музыкальный руководитель Наталья Мороз. Она ко всему ищет нестандартный подход. Вот и ее поздравление отличалось от всех остальных. Пожелать можно многое, можно много сказать, но я скажу своими словами и своим голосом лучше. Праздник продолжался с утра и до самого вечера. На нем побывало много почетных гостей, в том числе исполняющий обязанности руководителя администрации района Татьяна Одинцова и начальник управления образования Ольга Ляпистова. Но самые трогательные пожелания прозвучали от самих воспитанников. Я хочу, чтобы садик никуда не исчез, он здесь был всегда. Здоровья и счастья, чтобы он хорошо жил. Я повелала бы саду, чтобы он оставался таким, какой он и есть, и никогда не ставила, и не умирал. Здоровье и счастье, чтобы он никогда не болел. Я хочу, чтобы садик здесь оставался. Я хочу, чтобы садик никогда не старел и был хорошим, милым, добрым и таким же садиком. С днем рождения! С днем рождения! Ура! К таким искренним пожеланиям и добавить нечего. Пусть все так и будет. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».